Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В столице проверяют все вокзалы из-за сообщений о минировании. В экстренных службах рассказали, что московские вокзалы проверяют после получения анонимных сообщений о минировании. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что эвакуацию пассажиров и персонала не проводят. По словам специалистов, угрозы получили все столичные вокзалы. Также он добавил, что в данный момент идут проверки. По информации издания, с конца 2019 года аналогичные сообщения ежедневно стали получать станции метро и другие общественные места крупного масштаба. Стоит отметить, что пока ни одно сообщение не подтвердилось. На этом у меня пока все, а больше новостей из жизни столицы и не только читайте на сайте mymsk.online. До скорого!